Minor. We regret contacting you during retirement. However, this is a matter of grave importance. Let me come straight to the point, as time is not on our side. Unidentified ships are presently on a course with our solar system. All communication attempts have been met with heavy fire, and we must assume their intentions are hostile. Computer, patch this to the car. Subspace channels. Sir, you're our best remaining pilot and our only hope. Good luck, sir. Hey, всем привет, друзья, это канал Outcast Games. Сегодня с вами воскресенье, наконец-то посмотрелочка попалась на воскресенье. То все у меня не получается. Короче, игрушка под названием X2 No Relief 96-го года выпуска от разработчика Team17, издатель Ocean в жанре
шутер 2D, я так понимаю. Блин, прикалывают меня вот эти вот шутаны такие, экшн-шутаны вот эти 2D-шные. Я люблю такую хрень. У нас чувак, короче, какой-то Бэтмен, я хер того просышь. И видали? Машина, моцик, самолет, да все есть. Control Setup. Зачем нам Control Setup, если мы так все знаем, наверное? Так, Display Setup, Password, Difficulty, Normal, Hard, Normal. Давай на нормале, ну его нахер. Посмотрим, что за игруха. Один плеер, старт. А чем отличается... что такое старт? Select Chip Player 1. A hit. А что такое One Player? А, все понял. Все понял. Так, Speed Power, что у нас здесь есть? Нехт. Скорость... Так, подожди. Это у него сила больше, получается, скорости меньше. Этот быстрый, но силы мало. XS03. XS01. Это среднее что-то, типа, значение. Да давай среднее возьмем. Нахер это надо. Select. Погнали. Сейчас попробуем. Я люблю вот эти 2D-шные такие вот политушки, пострелушки, которые, где нужно кучу всего валить, непонятно, что происходит на экране. Они веселые, довольно-таки. Ну, на прохождение, я не знаю, смысл есть их брать. Let's go! Так, я вот на... Ой, блин, меня уже убили. Походу. Так, подожди, сейчас нужно придрочиться немного, а то чуваки больно мощные. Так, что еще есть? Что еще есть, кроме этого? Ага, ты, вы по диагонали стреляете, все понял. Что есть еще, кроме просто простого огня? А, сука, а у меня жизнь есть, да, где-то? А, вон вижу. Так, я не слышу выстрелов своих, это плохо. Есть бонусы какие-то, пацаны? Вот. Так, миссай. Оу, босс, что ли, сразу так. Оу, красава, прям в хрыло. Так, как он стреляет? Он в меня стреляет или куда? Нет, не в меня. А чё у меня не слышно звуков моих? Чё, и всё? Чё такой утлый? Так, что-то ещё взял. Чё звуков-то не слышно выстрелов? Неплохо. Плохо. Воу-воу-воу. Привет. Базлайтер, да-да-да. Есть такой чувак, знаю. Так, они в меня стреляют вообще-то, чё я стою на месте? А их не видно так, этих пулек-то. Не-не-не-не-не-не, нахрен назад взял, короче, патрончики обычные, бля. Воу! Убегаем. Ну его нахер. Не, так-то прикольно все, но только меня вот это прикал, не прикалывает, что я не слышу выстрелов своих оружки не слышу. Вы что там поменялись, да? Сука, вы на концерте что ли? Так, ладно. А где мои жизни? Подожди, снизу или сверху? Сверху. Ага, прикольно. А, вот есть у меня нолик мегабомба называется, да? Ты вы что делаете? Опс. В серединке держимся, хорошо. Угу. Блин, не пролетает ракета моя! Тю-тю-тю. И долго вы так будете прикалываться с меня? Так, еще раз. Блин, это же непонятные какие-то мини-боссы или что это? И я их не успеваю завалить просто, потому что у меня оружка слабенькая. А вы что делаете? Самоубийцы, да? Ну пошли вы нахер! Ракета вернулась, короче. Такая думает, не догоню, ладно, вернусь назад. Воу! А чё, в смысле? Вот это вот помощнее штука, потому что она сразу убивает. У меня уже жизни нету. Так, ты что делаешь? Ты ракеты бросаешь? Блин, подло. Сука, зажал. Это в меня летит? Я не пойму, где моя, где чужая. Да блин, я не могу никого завалить. Да, давайте сейчас еще. Подожди, а может быть здесь... так, press start, press select to quit, press start to continue.
Я просто думаю, может здесь звука добавить как-то можно. А то что-то утленько. Да блин! Попробуй еще успеть по... Лейзер. Да блин, лейзерс. Херейзерс. Понять, как он будет себя вести, этот упырь. Ты с какого, с центра стреляешь? Да походу да. Да и не только с центра, что за херня? Ой, куча ракет, ты чё? А как он в меня попадает, если он не попадает? Там же зазор есть. Что это, ты чё? Он летает, как скотина быстрая. Это нереально. Отвечаю. Фу, вот эта игрушка вообще не Unreal. Это Unreal игруха. А где у босса жизни, там, я не знаю. Да блять! Скотобаза! И это и все. Это нереально. Где босса жизни? Да нет, это нереально, отвечаю. Это нереально пройти. Это жесть какая-то. Тут хотя бы один уровень пройти, чтобы не сдохнуть. Это невозможно. Да еще без звуков, без нихера. Ты просто музыку слушаешь, да и все. Блин, плохо, что не слышно выстрелов, вообще никаких не слышно, просто ты летаешь и не понимаешь, стреляешь ты или не стреляешь, попадаешь ты, не попадаешь, хер просто. Как-то это все... Ну давай, let's go. Да, конечно, догнал пульку, коня, ага. А назад можно как-то стрелять? Нельзя. Так, какая-то новая херня. О, это помощнее вроде сносит хорошо. Ага. А назад как стрелять? Тихо, блин, куча народу, куча патронов. Какого хера? Ах ты, сука. И он меня завалил, блин. Чё за прикол? О, ракетки, может быть, получше будут. Хоть прямо ракеты будут лететь. Фу, бля. Это сложно. А шифты что-то делают? Шифты ничего не делают, да? Обычно шифты там это ускорение, может быть, в таких играх, а тут ничего нет. Нифига у вас тут. Я не успеваю их пробивать, смотри, урона мало, очень мало. Я не успеваю пробивать. Ну и как мне вот здесь пролетать? Назад-то я не умею стрелять. Да! Куда ты, блядь? Нельзя ничего не трогать. Ни хрена нельзя делать. Вау, привет. Собака. Щупальца какие-то, бля. Их нельзя завалить, да? Да, конечно ж, да. А и чё мне тут вот так? Смотри, я-то не убиваю эту херню. И чё, они просто летят и задевают меня. Чё за прикол? Все, это конец. Классная игрушка, мне нравится. Здесь у меня, знаете, какая-то какая херня. У меня получается корабль вот такой, но у него текстурка больше намного, и прилетает урон, даже если они мимо пролетают, меня все равно задевает. У него текстурка намного больше, то есть хитбокс у него больше, чем сама текстурка. 200 тысяч, конечно, ага. Покажите мне, кто-то, кто здесь 200 тысяч может наделать. Давай тогда, если скорость нам не нужна, давай возьму на пауэр.
чтобы побольше мощи было. Потому что он вообще ничего не пробивает. Ты стреляешь, куча народу на карте, и тебе надо хоть кого-то убить, чтобы их было меньше. А ты не можешь убить, потому что их много, и урона тебе немало наносишь. Ну, давай попробуем так. А, let's go, второй уровень, почему? И уже сразу же с ракетами. Ну и где мой пауэр? Не вижу, что он лучше... Да, блядь, и все равно попал, сука. Я не вижу, что он лучше стреляет. Вообще не вижу ни разу. Еба! Ну вот, смотри, вот... А как они так быстро сносят? Подожди, у меня же жизни есть, алло. Вы попадаете... Вот, по одному. Их трогать нельзя, да? А-ля Марио. Да, охуенно. Зашибись просто. Раскладик охуетительный. Короче, здесь вот так нужно. Я понял. Да-да-да-да-да. Никого не трогать нужно. Просто лететь. А обо что я? А в землю, что ли? Тут так можно? Ебать у тебя... И что, вы заметили, что у него больше мощи стало? Я не заметил. У меня все, ракет нет. И меня сейчас завалят, потому что я не могу пробить! Блядь, что за прикол? А что за... чем прикол? Почему у меня только один кредит? А что за приколы здесь? Я не понял. Я не могу пробить, у меня вот оружка, но я не могу пробить чувака. И мне нужно пролететь как-то. А как я пролечу, если я его не могу пробить? А, здесь можно оружку менять? Серьезно? А как понять, какая у меня сейчас стоит? Вот смотри, вот я сейчас не пролечу, потому что нету места, где пролететь. Вот нету места. Я не могу пролететь. Там нету места, где можно пролететь просто. И что мне сейчас? Я не пробью эту херню. Уже две ракеты, и все равно я не пробиваю. Это пиздец какой-то, блядь. Да. Блин, я думал, игрушка будет нормальной. Не очень-то сильно и оказалась. Нормальная она. Не, ну здесь просто немножко криво сделано то, что ты не пробиваешь противников, хоть ты мощь, не мощь. Какие у тебя там оружка, не оружка, блин, ты не пробиваешь ни хрена. Смотри, как они задевают. Они... Что, вот сейчас что мне делать? Вот что мне было делать? Я что-то не пробиваю. Они летят с такой скоростью, я не убиваю его за один выстрел. Что по факту мне, чтобы там пролететь вот здесь сверху, мне нужно за один выстрел убивать чувака, но я за один-то не убиваю. Ты капец какой-то. О, что-то новенькое. Зачем я так делаю, в принципе? Здесь бонуса никакого не дают за то, что я их убиваю. То есть ни оружки, ничего. Оружку дают за то, что я просто типа как бы... Этап, не этап, а под этап прохожу. Ну смотри, я же не могу их убить даже, смотри. И что мне делать? Ни одного, смотри, не завалил. Это просто прикол. Игрушка смешная. Вот и что, что? Только бомбами, а бомб-то всего три. И вот как, вот, блядь, куда не пойду. Если дотрагиваешься до чувака, все, сразу же труба. Сразу мертвый. Если дотрагиваешься до противника, сразу же мертвый. Ну и что? Чё я их так долго убиваю? Вот смотри, и текстурка, смотри, насколько она... Он же не попадает! А ему засчитывает, что он попадает! А он не попадает! А ему засчитывают, что он попадает. Лазер от носа у меня на сантиметр пролетает впереди, и ему засчитывают, что он попадает.
Хотя же текстурка, сука, текстуры уменьшь. Да, приколюха. А нету смысла выбирать, короче, другой корабль. Я не заметил, чтобы он мощнее стрелял. Класс, вообще круто. Блин, я таких не видел игру, чтобы были вот настолько непроходимые. Это ее так нужно задрочить, короче, знать, кого стрелять, кого не стрелять. Это, блин, немало времени нужно потратить на это. Чтобы задрочить кого... Потому что там не всех нужно убивать. Так, а что по контролам? Ну-ка, посмотрим. Fire change, fire mega bomb, тревой multiple formation. Что такое multiple? Awareness increase, twin spread. Ой. Блин. Sound. Так, что по дисплею? Понятно. Difficulty normal. А есть мега изи, нет? Потому что на нормале хреново. Так, смотри, что там треугольник был. Multiple formation. Что такое? А еще попробуем сейчас. Ну, блин, что-то не очень так-то. Что-то не очень. Честно, не очень. Если так быстро убивают, просто зажимают. Они просто тупо зажимают, потому что у тебя оружка очень мало урона носит. Ты не успеваешь никак. Их много, они быстрые, и еще их трогать нельзя. Вот, теперь немножко хоть слышно мои выстрелы. Лазерс, хуезерс. А, теперь громко. Подожди, блин, а нельзя же, да? Во время игры это все менять нельзя. Да, прикольно. Вот я не могу даже камни сбить, алло! А все, у меня нечем, а нечем, блядь! И вот этих штук тоже я не смогу убить, вот этих зеленых. Блядь, это прикол какой-то. Это реально прикол. Блин, как это все херово? А почему? Вроде игрушка прикольная, блин, а сколько херово сделанная. Вот сейчас смотри, вот сейчас будут лететь вот эти вот чуваки. Я же их не смогу пробить. Я только один уровень смогу вон там сбить верхний, и то по одному только. Это жесть какая-то. Блять, камни! Не успею опять. Пиздец какой-то. Да. А как вот этого завалить? Ну вот, что мне сейчас делать? Разве что так.
Потому что завалить их нереально. Ракетница... Ой, блядь, тут же нельзя ничего трогать вообще абсолютно. Фуф, да. Зачем я в них стреляю? Зачем я в них стреляю? Кто мне может объяснить? Здесь можно вот так просто вот ехать и все. Потому что смысла нету валить вообще. Для этих, в принципе, тоже. Да чё ты не убиваешь-то, алё? Почему ты не убиваешь их? Что за херня? Да ты ж посмотри на это. Блять, все дерьмово, все дерьмово. Ага. Upgrade firepower, конечно. Да-да. Как ты будешь тут убивать их атаки, если ты не можешь их убить? Чтобы убивать их атаки, хотя бы с двух выстрелов они должны убиваться, а не с нуля. То есть с 10, блядь. Вот что мне сейчас как? Зашибись, блядь. Просто заебись. Я да. И что мне надо было делать здесь, я ни хера не понимаю. Ну да, я должен был быть в центре, но как я в центр-то попаду, блядь? Да, разочарование, конечно, блин, меня настигнуло сейчас. Думал, игрушка прикольная, а оказывается, не очень. То есть совсем нихера. Ракеты вообще, знаете, как будто бы они бумажные. Вот реально, у меня ощущение, что ракеты, когда урон наносят, они бумажные, реально бумажные. То есть они урона не наносят. Ну, я не знаю, куда мне там лететь. Там некуда лететь просто. Прикол в том, что там некуда лететь. Реально, ракеты не наносят никакого урона вообще. Я думаю, что они вообще безуронные. Там у них 0% урона.
Они реально, когда попадают, они как бумажные, реально. Ты не чувствуешь, что ракета наносит урон. Тем более 4 ракеты вылетают. В чувака хоть 4, хоть все попадут. Нихера ты не убьешь чувака с 4 ракет противника. Короче, вот давайте на этом закончим. Вот такая игрушка под названием X2 No Relief. Такое посредственное дерьмецо. Самое здесь в этой игре, что классное мне понравилось, это начальная заставка. Все. Дальше это уже... как бы, все не очень. Ну, музычка прикольная, менюшка прикольная, но игра сама, сам геймплей мне не очень сильно зашел, поэтому разочарование. Все, всем спасибо за просмотр, ссылки в описании под видео, комментируйте, и всем до встречи в следующее воскресенье, в следующей посмотрелке более-менее нормальной. И все, всем пока.